Привет всем, это снова канал Топ Дота. Сегодня мы будем стакать лес кункой, как все уже поняли из названия. Я эту штуку придумал сам, причем весьма случайно. И на ютубе я подобного видоса не нашел, так что, наверное, это не самая очевидная фишка, и вам будет интересно о ней узнать. Понадобится нам, собственно, кунка, сапог и второй уровень. За радиант идем примерно в эту точку и обузим припасов с помощью своих скиллов. Два лагеря стакаем пешочком и крестом, а третий получаем с помощью торрента, кинутого на 57 секунде. Кстати, эту фишку с торрентом показывал NS в одном из своих роликов, так что можно сказать ему спасибо. Как видите, если все делать правильно, то мы без проблем лутанем 3 стакнутых лагеря. Главное запомнить тайминги и пару раз повторить все в лобби для закрепления. С темной стороны мы тоже стакаем 3 кемпа, только здесь лут будет чуть крупнее. Один большой и 2 средних спауна вместо маленького, среднего и большого. Требования все те же. Прокачанный торрент с крестом и сапог. Становимся примерно там же, где я стою на видосе, и повторяем по таймингам мои действия. 10 секунд и все готово. Можно наслаждаться халявными крипами. И еще один маленький лайфхак. Чтобы не потерять тайминги, можете репостнуть этот ролик себе на страницу ВК через мой паблик, ссылка на который есть в описании. Также там постится годная на мой вкус музыка и всегда есть возможность со мной пообщаться. А прямиком в личку мне можно слать какие-то фишки из доты, которые вы хотите увидеть в моих роликах. Ссылка тоже есть в описании. Ну вот и все, всем спасибо. Надеюсь, что видео вам помогло. Не забывайте подписываться и лукостить. Удачи!